Короче, пустота пятого уровня. Я не помню, как она, но я сейчас расскажу, как она называется, покажу. На последнем рубеже, когда вы добегаете, как бы показать-то? Вот по этим голубеньким так, как они называются, кстати, ромбоиды. Их тут 4 штуки. Вон оттуда прыгаете. Раз, два, и вот здесь внизу еще 3-4. И потом перед вами вот такая стена. Вот эта вот стена. Вот я сейчас вверху уже запрыгнул. А вы вот с того вот нижнего ромбоида запрыгиваете на стену. И потом должны запрыгнуть вот сюда, чтобы дальше пройти. Я это показываю потому, что мне было ни хрена непонятно, как по этой стене карабкаться. Я закарабкался так. Я, короче, с нижнего ромбоида прыгал вот на правую стену, потом сразу бежал налево, прыгал на ту стену, разворачивался, делал, по-моему, ну, короче, все, надо, задача бегать по стенам туда-сюда и подниматься все выше и выше. И в конце вот с этой стены делаешь обратный отскок и каким-то хером залетаешь вот на эту вот, на вот этот вот участок. Потому что гайдов нигде нет в сети, и как забраться, ни хрена непонятно. Оттуда тоже ничего не видно. То есть там видно, что тут здесь вот какая-то хренота еще около стены есть. Совершенно непонятно как. Я поэтому эту пустошь, наверное, дня 3 траил. Ну, не полностью, конечно, все 3 дня, но по часу, по 2. И наконец-то вот я залез. Сейчас будет мегафейл, если я вниз упаду, и тогда мне придется полностью показывать ее прохождение. Лол. Я, честно говоря, не хочу. Но пустота, она вообще зачетная. Я покажу сейчас, наверное. Я сейчас покажу, как я до стены добегаю, но не факт, что я второй раз на нее запрыгнул. Совершенно не факт. Пустота это вот в локации перед фабрикой, как она, Огненная река, и называется она Пила Арианы. Пятого уровня, кстати. Сейчас у меня уже есть тройной прыжок. Я уже могу ходить по воздуху. И у меня уже есть вертолет. Вертолет у меня, собственно, уже давно есть. Ну, в общем, отлично. Просто гениальное начало дня, Гектор. Просто гениальное. Здесь по-разному можно. Сначала вот туда предлагают запрыгнуть. Ну, там эти души лежат. Но мне туда уже не надо, я здесь все собрал. Поэтому бежим сюда. Здесь вот рывок. Вот здесь вот сложный участок сейчас будет. Чтобы вот эти пилы пройти, надо делать прыжки. Сейчас покажу. Так вот, прыжок, хоп, прыжок, хоп, прыжок, хоп, прыжок, хоп, и прыжок и вперед чуть-чуть дожимать. И тогда они не задевают. Дальше надо. И на последнем рывок. И здесь тоже рывок. Вот так. Короткий. То есть двойной затяжной прыжок. Вот, и вот этот, собственно, последний уровень. Здесь вот 4 ромбоида, и, собственно, стена начинается. Я не уверен, что я сейчас опять на нее запрыгну, совершенно не уверен, но я хотя бы покажу. Как это непросто. Короче, я делал вот так. Вот так,
Во-во-во-во, опа! И вот так. Понятно, да? Хуй, третья смог. Ну и, собственно, все. И вот оно. Чудо. Просто чудесное. Выглядит это не очень сложно, но я вас уверяю. Я тут трахался, блядь, два дня. Или три. Потому что непонятно, как это было проходить, во-первых. Особенно вот эти вот... Ну, тут везде много непонятностей, особенно вот эта последняя стена. Я что-то на ней вообще залип. Залип, в смысле, засох. Не понимая, как. Ну, теперь понятно. Теперь вы видели. Ну, все. Пока-пока.